В роддом в сопровождении полиции. Муж роженицы обратился за помощью побыстрее добраться до больницы, когда у жены начались схватки прямо в машине. Путь от улицы Негруцы в Кишиневе до города Кодру, где были запланированы роды, занял всего 10 минут. Через несколько часов женщина родила девочку весом около 4 килограммов. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.